Ох. Никогда Топ Гир у нас не победить. Знаете почему? Потому что Топ Гир не снимается в минус 20. Вот. Да и вообще Топ Гир сейчас за редким исключением стал тем Топ Гиром, который мне нравился раньше. Ну да ладно, это мое личное мнение. Вот я тут недавно стал достаточно интернет-зависимым человеком. Ну, все ради вас, естественно. Поэтому лишние килограммы, ну, на таком морозе, вот это только спасение. Потому что снимать пришлось очень интересный автомобиль. Помните, все наезжали. Глобализация, глобализация. Так вот, Peugeot 806 – это верх глобализации. Концепция еврованов, впитавшая всю зависть от ванов американских, реализовалась. И в 1994 году, представьте, на одном единственном заводе во французском Севилье, на одной платформе, по сути, в одном кузове накатали Citroën Evasion Synergy, Peugeot 806, Fiat Ulysse и Lancia Zetta. И мы еще на наши ВАЗики после этого обижаемся. То есть 4 одинаковых, по сути, автомобиля с разными мордами, жопами и фаршами. Данный конкретно образец вам представляется по цене растаможенного двигателя. Просто 220 тысяч рублей. Да, это турбированный бензин ездит, как турбодизель. Потому что такой подклад какой-то совершенно чумовой. Мы вот ехали, я тут увидел абсолютно новую Audi A6, которая попыталась нас обогнать. Меня на стареньком автомобиле, чуть более старом, чем этот. Вот, и не получилось. И хотя тут движки не впечатляют объемами америкосов, но отдельно еще то. Особенно нравится двухлитровый турбовый бензиновый со 147 лошадиными силами и крутящим моментом 235 ньютонов на метр, практически на дизельных низах. Кстати, топовый двухлитровый дизелек выкатывает всего на 35 ньютонов на метр больше. Это как же вашу мать, разрешите понимать. То, что внутри, гениальным образом убрав с центра рычаг ручника, получили простор и возможность передвижения по салону. Центральные кресла, как и задние, естественно, демонтируются, и получается почти ван. С оговоркой «Евро-ван». Получилось ли создать революцию? А нет. Ни Шарану, ни Вита конкуренции на развитых рынках они не составили. Да и Крайслера подвинуть не удалось. Но с другой стороны, если мы немножко облегчили жизни россиянам, владельцам этих машин, страдающих от песцов в глазах менеджеров магазинов запчастей, то это тоже хорошо. База-то распространенная.